представляешь, ведет радость ради про меня. Мне еще 38 лет. У него большинство не работает, понимаешь? Это знаковая фигура. ЦОВ и 45-й полк, это вещи совершенно неразрывные. Фамилия, правда, не хохлядская, жалко. 45-й полк, ребят, 45-й полк. За нас. Я еще из-за дороги. Минуточку. Ну подождите. Серега все снимает. Серега все снимает. Еще через 15 лет спасибо скажете. Мы уже перевалили. Я думаю, Серега, я думаю, в Каннах ты свою веточку все-таки получишь. Смотря на что. Смотря за что. Не за что, а на что. Она хороша, да? В бане не мешает, по запаху чуть-чуть. Фамилия? Вот, короче. Я больше всего именно тебя. Тем более, что ты не изменился. Только посидел, Игорек, слегка посидел. А так, какой был красивый, такой остался. Пью зеленый чай каждый день. Жасмином и без жасмина. Зарядка. Чай зеленый. Правильно. Пиджак из полированной шерсти, понимаешь ли? Нет, это рабочая одежда у меня. Спецовка. Генерал приказал. По-другому не появляться. Да. Игорь, так ты служишь еще? Я? Да. Официально? Официально? Нет. Уже нет.